Привет. Расскажите, как вы меня слышно? Меня зовут Юлия Барминова. Мы с вами будем рисовать, выкрашивать, болтать про Рембрандт и Макс Гудс. Хорошо. Ну что, центральная часть, такое главное событие, почему мы собрались, это то, что компания Royal Talents в этом году выпустила 40 новых цветов, фактически 64, но официально 40. Вот, я вам покажу быстренько выкраску. Да, на бумаге слоновой кости тоже можно. Покажу вам выкраску подробненько, и потому что я буду использовать, наверное, сегодня новые цвета в своей работе. Расскажу, чем они отличаются. Вы, вот, кстати, я у себя в аккаунте эфир не сделала, а Макс Гудс первые удостоились этой чести. Итак, раньше в Рембрандте было 80 цветов. Теперь у нас будет 120. Итак, желтенький, ну, появился укрывистый белый, как был у Ван Гога, так немножко отсвечивает, вот так. Обновились какие-то желтые, здесь есть два значка, New и Improved, либо улучшенный, либо совсем новый. Вот, оранжевых стало очень много, красных. Моя супер победа — это кадмий оранжевый, который раньше был... Будем рисовать вместе. Кадмий оранжевый, который был раньше двухпигментный, мешался в странную зелень, теперь он мешается очень красиво. Я буду использовать хлопок и рекомендую вам тоже использовать хлопок. Теперь он прекрасный, с ультрамарином прекрасный. Также здесь появилось несколько потрясающих оранжевых новых. Очень много новых красных, перелленов, хиакридонов. То есть прям радость для акварелиста. Теперь он такой самодостаточный бренд и... Мне, например, лично уже другие марки не нужны. Появились красненькие, фиолетовые. Очень много цветов с природной грануляцией. Цветной, голубой, фиолетовый, лавандовый появился. У Рембрандта его тоже не было. Появились бирюзовые. Улучшился цироллиум. Раньше у Ван Гога был красивый цироллиум, теперь у Рембрандта тоже бирюзовый, которого не было. Красота. Новый Фтала Грин с желтым оттенком. Для моря идеальный. Оранжевый хинокридон. Новый коричневый. Улучшилась умбра. Вот, конечно, грануляция. Я сегодня тоже буду использовать, кстати, какой-нибудь эффект с грануляцией. Оксид Блэк, который был у Ван Гога, и Даск, которые тоже были в Ван Гоге, они тоже теперь есть в Рембрандт, в профессиональной линейке. Ну и, конечно, легенда — это все краски, которые работают на черной бумаге. Вот. И все. Ну и всякие новые наборчики, новые упаковочки, новые сеты акварельные. Вот. Так что будем сегодня использовать первый раз. Я еще до этого не рисовала. Я у ребят Макс Гудс, у них есть два типа сейчас очень подходящих как бы для моих целей. Это вот такой маленький блокнот. У меня этот блокнот для ботаники, то есть я здесь рисую какие-то такие цветочные скетчи. Вот, я сейчас начну в палитре, если не пойдет, то я переключусь на блокнот. Вот, и вот такая вот палитра для выкрасок. Ну и специально такой референс простенький сделала, я думаю сделать два таких вертикальных сюжета как раз с гортензией. В профиле, в закрепленных сторис должен быть референс. Вот, я начну здесь, и там хлопковая бумага Мулиндеруа. Вот, покажу вам еще, например, вот выкраски я делала. То, что можно делать с грануляцией, вот это тоже Рембрандт. Очень красивый, это Оксид Блэк в чистом виде.
И можно сделать с ним разные смеси, с кадмием, тадаски. Ну, они все есть у Ван Гога, может быть, у вас уже есть они. Тоже в основных палитрах. Вот, палитра у меня выглядит вот так. Не очень чистенько, но это моя постоянная палитра. Буду рассказывать подробно, какие буду использовать краски. Вот мои новые... Новые Рембрандт. У них немножечко проблема со стикерами, потому что это не заводское производство, а такой хедмейд. Вот, синенькие и красненькие мне сегодня пригодятся. Хедмейд, то есть этих красок еще по сути нигде не существует. Они вот так вот вручную сделали. Чуть-чуть. Поэтому вот отходят некоторые стикеры. Так, конечно, не будет уже в заводском варианте. Вот. Ну, все эти краски как бы в такие с простым пигментным составом. Монопигментные. Их можно найти и в других марках. Не переживайте, если у вас их нет. Итак. Вот у меня здесь будет референс. У нас будет часик. Порисуем гортензию. Я буду как бы рисовать, потом буду, когда мешать какие-то цвета, буду выкрашивать параллельно. Здесь же, наверное, в этой же палитре. Так, давайте я вот так выше это все подниму. Скажите мне, пожалуйста, чтобы вам было видно. Видно? Вот. Настя, привет. У меня вот тут краешек твоего прекрасного пенала тоже в кадре. Карандашик видно все в фокусе, надеюсь. Итак, так как у меня вот такой необычный формат палитры, Лиана попросила меня использовать сегодня именно его. Он у них продается в таких красивых мешочках разного цвета. Вот. Поэтому буду рисовать в нем. И референс я выбирала специально как бы такой, чтобы его можно было раз, ну то есть обрезать вертикально. Вы можете использовать обычный лист и... Здесь у меня будет некое такое место фокуса, вот этот вот цветочек, который на меня смотрит, я с него и начну. То есть он у меня будет, я его увеличиваю и начинаю его потихонечку вырисовывать. Чуть-чуть я наметила уже заранее, чтобы прикинуть, как это будет по размерам. Немножко буду делать карандаш ярче. Чтобы вам было видно. Гортензия – мой любимый цветок. Наверное, все это знают. Такой цветочек, которым можно много-много-много всяких разных нюансов передать. И такие там потрясающие оттенки. Вот в референсе, в который... мы выложили, с которого я рисую. Это моя фотография. Такая она. Даже найденная в Москве. Делаю карандашный рисунок. Старайтесь, чтобы контур... То есть вот каждый контур у нас был замкнутый, чтобы не было такого, что пустые какие-то рваные, оборванные линии. То есть прям вот лепесток. Вы должны четко понимать, где он у нас начнется и где он у нас закончится. Так, приблизить камеру. Хорошо, давайте. Я уже такое основное показала, сейчас я чуть-чуть. Поставлю.
Во. Хорошо? Тогда у меня еще и палитра войдет в кадр. Попозже. Так, вот это мой первый цветочек. Не бойтесь, что у вас обрезаться будут края. Тоже всегда такая особенность композиции. Так, теперь я иду немножечко в край. Правее, правее. Сюда. Хорошо. Можете меня спрашивать, много разных вопросов, я вам буду отвечать на что-нибудь, пока рисую. Я сейчас простраиваю вот этот второй цветок, который у нас там сбоку, да, то есть я нашла основной. Сейчас покажу еще раз референс. Вот это мой основной, и от него я иду сюда, потом немножечко вверх. Вот здесь мне очень нравится потрясающее сочетание цветов на референсе. Оттенки синего и оттенки розового, то есть это как бы один цветок, но при этом здесь, во-первых, очень сильный контраст светлого и темного вместе, и вот этого тепло-розового и холодного синего, и вот здесь вообще такой он прям тепленький-тепленький цвет, то есть холодный, теплый, светлый, темный, розовый, голубой, то есть прям вот идеальная натура для акварели. Здесь, наверное, я так оставлю, пока не буду ничего там докрашивать. Все фиолетовое, у меня даже клячка фиолетовая. Фотореференсы, да, сделаны на телефон. Да, я буду на скрепке в этом году, на стенде MPM. Как обычно. Это будет моя четвертая скрепка. Большой срок. Четвертая, да, четвертая. Мы как раз будем презентовать в России новый Рембрандт на скрепке. Так, иду немножечко вверх. Вот здесь как раз и синий. Мне нужно захватить место с максимальной темной глубиной. У меня она будет вот здесь. Вот эта вся темнота. То есть вот этот контраст черного и белого здесь рядом очень важен. Здесь, заканчивается. Здесь тоже все будет очень темно, и мы мягко уведем туда.
Вверх. Здесь тоже несколько лепестков. Вот. Один маленький разворотик готов, и надеюсь, что я сделаю побольше миниатюру. Появился ли оранжевый цвет, аналогичный по цвету кадмию, но не кадмий? Мне кажется, что да, этот цвет... Я хотя сама лично очень люблю кадмий, и мне без кадмия практически не обходится ни одна работа. Здесь появился вот такой вот Brilliant Orange. Мне кажется, он похож, и он тоже мешается очень хорошо с ультрамарином. Очень хорошо. Ну, то есть не в зелень, а в красивый PO64. Очень красивый, такой сиреневатый. И пироль тоже, конечно же. Да, совершенно верно. Рембрандт – это материалы для профессиональных художников, а Ван Гог – это студенческая серия. Там немножечко меньше пигментации. Так, секундочку, я сейчас включу, чтобы у меня экран не гас. Так, и начнем красить. Также начинаю со своего главного цветочка. Я использую оперу, к сожалению. И Рембрандт не выпустит оперу, потому что она не светостойкая. И используя оперу, мы должны понимать, что это достаточно такой... быстро исчезаемый как бы пигмент, который через какое-то время, скорее всего, перестанет быть ярким на ваших работах, то есть 10 лет максимум. Никакой производитель не дает гарантии на ее светостойкость. Так, нам понадобится вот палитра, можно пластиковую палитру, можно какую-нибудь керамическую, салфеточку. Всякий случай. Так, у меня тут формат не очень большой, мне новое место пригодится. Итак, я буду использовать синтетические кисти. Вот у меня тут они разные, разные. У меня есть один колоночек, но, скорее всего, слишком он будет мягковат. То есть здесь Pinax, это тоже Pinax, это Ван Гог, это Рембрандт. Все. Ну, очень хорошо держит кончик, острый край. То есть формат маленький, поэтому здесь вот больше ничего другого-то, наверное, не нужно. Я начну с большой. Вообще желательно приготовить сразу обе кисточки, чтобы... отжимать, и вот как раз в моей технике что-то делать. Итак, давайте попробуем какой-нибудь новый цвет. Вы можете просто заменять аналогичными яркими красными, розовыми и так далее, вашими привычными цветами, не обязательно подбирать что-то такое же, как у меня. Итак, вот я смотрю на выкраску красных. Я думаю, что мне вот этот вот цвет очень подходит под то, что мне нужно. А это у нас... Так, сейчас я буду перед розовым. Я еще не все названия выучила. Это розовый хинокридон Маджента. У меня фиолетовых цветов. Ну, вот здесь немножечко один есть, но фактически фиолетовые цвета я не использую. Редко достаточно. Вот один у меня чуть-чуть прижился, диоксазин. Вот, но так обычно я мешаю все совсем. То есть ультрамарины с розовыми. Сейчас еще какой-нибудь себе выдавлю, наверное. Что такое? Это... Хинокридон красный, розовый с красным оттеночком. Тоже куда-нибудь, очень красивый. И также у меня будет вот
экстрамарин. Обновленный состав, он теперь более яркий и больше, мне кажется, даже падает в грануляцию. И лавандовый. Рембрандт, смотрите. Классно. Так, также у нас появился фиолетовый, сине-фиолетовый, без грануляции. Тоже очень яркий. И вот такой вот магнезиан, который наоборот, как и кобальт фиолетовый, очень сильно падает в осадок, очень сильно. Ну, вот так поиграюсь, потому что гортензия достаточно такая здесь фактурная. И можно использовать грануляцию. Так. Мы начнем вот с этого. Я мочу водой, потому что у нас хлопковая бумага. Хлопок любит водичку, воду. Моя техника акварели отличается тем, что я все делаю за раз. Все. То есть все, что у меня есть на листе бумаги, все цвета, я очень редко. То есть в виде большого исключения я иногда беру второй слой, что-то перекрываю. Так у меня стоит такое четкое ограничение в голове, что акварель должна быть в один слой. Вот я сейчас смешаю как раз хинокридон розовый с ультрамарином, что акварель должна быть в один слой на листе бумаги, и вот прям вот, не знаю, для меня это очень важно. Мне кажется, что когда у нас лежит один слой краски, это намного красивее, чем слой, 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 слой. Вот, поэтому все, что я сейчас делаю, я пытаюсь все оттеночки, которые у меня есть, заложить сразу. То есть, если там есть фиолетовый сверху, розовый внизу, я пытаюсь это сделать сразу. Если есть голубой переход, вот этот циролиум, кстати, тоже новый циролиум от Рембрандта. Всю лишнюю влагу я отжимаю от салфеточку и вот так вот немножечко ее распределяю. То есть вот у меня здесь лежит салфетка, салфетка выглядит вот так. Все лишнее я убираю. Пока мой лепесток влажный, я делаю с ним все манипуляции, которые мне нужны. Потемнее, посветлее, поярче, более фиолетовый, более розовый, более синий, все оттенки и весь тон. Я закладываю сразу, я потом уже больше к нему не возвращаюсь. Я так рисую все. Море, цветы, архитектуру, скетчи, долгие работы, все. То есть это как бы моя техника, которая, ну, то есть из работы в работу я придерживаюсь. Такие там сразу фактурные штучки. Хлопок сохнет достаточно медленно, поэтому выдерживает достаточно долго, долгую работу, особенно на небольшом формате. На целлюлозной бумаге тоже работает, но в меньшей степени. Сейчас возьму поменьше кисточку и вот какие-то маленькие деталечки я добавлю. Вот здесь я добавлю. Иногда нужно даже ждать. Вот я хочу вроде бы там утемнить, а оно даже слишком мокрое. Не так все это быстро сохнет.
красим уже пятнышки. Можно иногда вообще просто сбрызнуть. Итак, я залила. Чуть-чуть светлее. Пока сохнет здесь, очень опасно трогать вот этот лепесток или вот этот. Я буду делать вот этот, потому что они не касаются. Потому что если бы я пошла сейчас вот сюда или вот сюда, у меня большая вероятность того, что любой свежий слой краски вытеснил бы предыдущий, ну вот этот, и там был бы такой страшный подтек. Вот. По ходу дела я также немножко корректирую форму. Здесь у меня все еще мокро. На кисточке много пигмента, да. Здесь происходит, знаете, такая штука, как компенсация. То есть мой лист вот здесь, вот он мокрый. И на кисточке мало, на самом деле, воды, но при этом много-много краски. Итак, я делаю соседний, я беру здесь лавандовый. Он должен остаться очень светлым и голубым. Практически белым. Здесь вот как раз вот этот фиолетовый с грануляцией. Лавандовый тоже. Посмотрим, как они там вместе дадут. И каплю розовенького я сюда добавлю в центр. У вас, когда вы так рисуете, ни в коем случае не должно быть лужи, то есть вот так вот, чтобы сверху это все лежало, нет. То есть прям вот ровненький слой. То есть нигде нет лишней краски, нигде вода вот так сбоку не собирается, потому что этот лишний пигмент, он будет отталкиваться где-то с краешку и мешать. Здесь высохло, и я могу переходить на вот этот соседний лепесток. Он очень красивый. Закладываю розовый. Розовый у меня переходит в фиолетовый. У меня сейчас все, что я использую, это все Рембрандт. Можно заменить на Ван Гог, потому что Ван Гог уже вышел. Он уже где-то есть. В магазинах. И у вас, наверное, есть. Рембрандт еще пока нигде нет. Но в этом и фишка эфира. Рисовать новыми красками. Natural Talents. Тоже закладываю сразу все переходы. Контролирую влажность, чтобы не было лишней воды.
Вот этот лепесток, он закругляется туда, и здесь тень темнее. Я ее утемняю с помощью фиолетового. Там внутри тоже тень, вот здесь. И на стыке вот этот лепесток, он темнее, то есть вот здесь он темнее, чем этот. Поэтому я утемняю вот так, чтобы они отделились друг от друга и не сливались. Делаем тень. Тоже такую немножечко фактурку, тоже можно, в принципе, где-то сбрызнуть. Так, вопросы. Когда новые цвета будут в Москве? Когда? Осенью. Я думаю, что если, ну так вот, без ложных надежд, то где-то в сентябре. Фиолетовый у меня вот такой. По, ну как бы, Blue Violet. По пигментному составу он PV23. Также мне очень нравится диоксазин как оттенок. Так, я добавлю здесь немножечко сейчас прожилок. Сколько различных красок я использую в одной работе? Здесь много. У меня много-много разных оттенков фиолетового. Так, вообще у меня в палитре 22 цвета. Универсально. Для всего, для любых сюжетов. Я протираю прожилки чистой полусухой кисточкой. Отжимаю ее салфетку. И пока все еще у меня мокрый лист, не сухой, можно сделать вот такой вот эффект прожилок. Надеюсь, вам видно. Так, идем дальше. Заливаю вот этот. Он тоже очень светлый, очень много воды. Практически одна вода и минимальная концентрация пигмента. Легкий у него вот здесь оттенок более голубого. Я беру ультрамарин или цирулиум. Здесь более голубой. Уходит в тень. То есть вот это про то, что я говорила, сразу все нюансы техники, то есть все переходы. Если перешел в синий, значит сразу перешел. Если темная фиолетовая тень, значит она сразу темная фиолетовая. Если разница между лепестками вот здесь вот сразу насыщенный розовый закладывается. То есть прям все-все-все за раз. Не так, что я сейчас какой-нибудь залью каким-нибудь цветом и утемню потом. Нет, вот никакого потом у меня не существует. То есть я все делаю сразу. Сразу переход, сразу темнота, сразу разный тон, разный оттенок, все за раз. Этот краешек, он немножко загнулся, он поднасыщеннее. Какая у меня кисточка? У меня Pinax сейчас, хай-тек, троечка.
Так, идем дальше. Зальем вот здесь промежуток, он голубой. И в одном месте он светлее у меня, чем лепесток вот здесь. А там темнее, то есть я беру свой фиолетовый. И утемняю. Также один из принципиальных тоже технических моментов для меня, это то, что я сразу делаю всю детализацию. То есть я вот не буду ждать, ну то есть я не заливаю все там, все светленькое или все темненькое, у меня сразу все вот это место акцентов формируется, не отходя как бы от этого места. Все нюансы. Тени, свет, детали, оттенки. Здесь, например, небольшая есть тень от этого места. Вот. Так, идем вниз. Идем вниз, а потом к серединке. Что у нас внизу? У нас вот этот краешек темный, и там есть некая теплота. Здесь тоже все очень светло. И здесь есть темная тень. Точно так же розовый, например, светлый, начинается со светленького вот здесь. Переходит в голубой. То есть все оттенки, которые вы видите, закладываете сразу. Перешел в голубой, здесь тоже. Легенький синий оттенок тут. Гортензию вообще можно классно воспринимать как такое упражнение на растяжке, вот эти вот, на переходы цвета. Так, перевели. Здесь более яркий. Так. И там есть фиолетовый оттеночек у нас. Вот этот лепесток, он как бы отбрасывает сюда тень. Рисуйте со мной, кстати. Референсы есть в аккаунте. Либо Max Goods, либо вот в этом Max Goods Tools. Ищите. Так, здесь тень. Там даже еще, наверное, немножко темнее. Также темнее за счет фиолетового. Скажите, а вы убираете пальцем краску, учили с маслом рисовать? У меня есть как бы мнение, что пальцем убирают, ну то есть вот эти все действия, те, кто учился рисовать маслом, это привычка оттуда. Потому что в акварели это, ну как бы странно трогать бумагу пальцем, а вот если маслом рисовать, мне кажется, что это выдает масляную практику. Там, хотите что-нибудь? Так, давайте перейдем вот к этому. Очень там красивые оттенки. Потому что, чтобы доделать здесь, мне нужно дождаться высыхания моего первого цветка. Так. Вот этот я сделаю, тоже такой сине-фиолетовый. Мешаю холодный розовый, вот фиолетовый сюда добавлю, который дает грануляцию магнезия.
похож на кобальт фиолетовый немножечко. По ощущениям и по цвету. И по эффекту, который он дает. Секундочку. Да? Тоже, что у нас там есть? У нас есть серединка более розовая. Я в оперу залезла. Случайно. Сюда. И вот этот вот верх более синий. Я добавляю ультрамарин больше. Так, вот сюда. Кобальт фиолетовый тоже можно. Тут подсохло немножечко. Сейчас залью вот этот боковой. То есть я не стала заливать его сразу, потому что он у меня был слишком мокрый. Он такой, чуть-чуть у него серость в оттенках. И вот здесь, если у вас получится, попробуйте оставить небольшой беленький просвет. Чуть-чуть тепло. Розовое внизу. Вот сейчас у меня, например, лишняя вот здесь капелька. Эту капельку обязательно нужно убирать. То есть прям вот, чтобы... Иначе она высохнет, и будет плохой там подтек. Здесь фиолетовый. Так. Лепесток высох за любое пространство внутри. Боже, как быстро время идет. Я думаю, так же за часик сделаю две. Угу. Конечно. Два цветка от силы. Так, темнее вот здесь. В целом, все, вот это место сильно должно быть темнее по тону, чем здесь. То, что мы залили. Поэтому прям там можно не бояться темноты.
То есть я даже не водой заливаю, а изначально первый слой, а таким активно розовым. Обращайте внимание, что никогда практически вот в природных вещах, цветах, старой штукатурке, там, в людях, вот во всем природном у них никогда не бывает такого, что один цвет, там, один розовый цвет или один синий цвет, он все время бывает с какой-то с оттенками более сложный, с переходами, с нюансами, это нужно учитывать. То есть, если внимательно смотреть на референс, так и будет. Нужно, главное, на него внимательно посмотреть, то есть увидеть в нем вот эти все переходы и не делать его одинаковым. Там просто розовым залили, ну как бы нормально. Нет, всегда есть переход, и этот переход, как раз этот нюанс и делает вашу работу живописной и интересной. Ну, а сохраним эфир, если ничего не произойдет. Непредсказуемого. Так, здесь тоже розовый, такой яркий, теплый. Он переходит у нас в фиолетовый. Чуть-чуть его разнообразим. Вот, и вот тут есть такой как бы нюанс, вот эта тень, я залила тень, она темная. Мне хочется, чтобы она вниз не уходила, она светлая там дальше, да, то есть я мою кисточку, отжимаю ее салфетку, и вот этой водичкой просто размываю вот эту границу. Очень туда как бы так легко-легко, чтобы она растворялась никуда. Акварельные здесь эффекты будут. Здесь тоже немножко утемнен. Также здесь можно вот этот вот эффект с протиранием протереть прожилки. Так как у нас как бы здесь не ботаническая живопись, вообще вот эта вот живопись в один слой, то есть сразу это не ботаника, потому что ботаника предусматривает все-таки сильно больше деталей и нюансов. Вот так. Уведу. Видно вам? Двигать куда-нибудь, нет? Все хорошо? Итак. Куда мы идем дальше? Мы идем вот сюда. Здесь у нас... Что у нас здесь? Здесь свет, здесь тень. Тень можно замешать. Также насыщенный тот же самый фиолетовый, немножко ультрамарина. Тоже попробуйте сохранить капельку беленького. Здесь вот есть тоненькая толщина лепестка.
пробуйте ее не потерять, хотя бы чуть-чуть. Здесь темно. Максимальная глубина. И здесь, кстати, тоже. Будьте здесь очень осторожны. То есть я вот залила вот этот лепесток. Я прекрасно понимаю, что я сейчас буду лезть вот сюда. И оно потечет. Вот. Смотрите сразу, да, какое у нас там пространство. Нет, у меня не наушники, я вроде бы говорю громко. Как получить на кисти такой темный фиолетовый? Вот я не могу показать, как делается лепесток ботаники, потому что я никогда это не делаю. Практически. Мне кажется, что у меня была одна ботаническая работа за мою жизнь. Такой темный фиолетовый. Вот смотрите, я сейчас палитру в экран выведу. Вы берете. То есть можно взять ультрамарин и фиолетовый. У вас должна быть небольшая кисть. И вот очень мало воды, видите? То есть она прям сухая. Я рисую немножечко по-мокрому. И фишка в том, что по-сухому кисть практически не рисует. Вот видите, она прям сухо-сухо. И влажностью листа я как раз компенсирую. То есть у меня немножко влажная бумага вот здесь. И как раз я компенсирую, то есть очень насыщенная краска. Поэтому здесь можно даже еще больше взять фиолетового, еще больше там темного ультрамарина, еще больше какого-нибудь хинокридона. И она прям вот, она вообще не рисует. Вот, не рисует, очень такая масляная, при том, что это акварель. Но как только мы будем работать по-мокрому, то есть я намочу, и как только я эту же консистенцию кладу по сырой бумаге, у меня как раз получается, что вот эта вот некая компенсация пигмента, даже вот недостаточно, можно даже еще гуще замешать, и будет правильный состав. Ну, то есть вот, вот не рисует по-сухому, а по-мокрому помогает сделать темный цвет. Потому что если краска жидкая, она и ложится жидко, прозрачная. У вас жидко здесь, потом вы и на кисточке тоже жидко, и везде жидко, и у вас в итоге не получится тот эффект, который нам нужен для утемнения. Так, продолжаем. Куда идем? Давайте сюда вниз пойдем. Чуть-чуть там тоже немножечко зальем розовенький. Переходом. Mm-hmm.
Также я водой вот этот вот низ растворяю. Я здесь немножко сделаю такой расфокус, уведу. Так вот. Не знаю, это заметно или нет. Такой там немножко синий край. Так, теперь мне не нравится вот это место, которое у меня осталось вот здесь. Я дорисую, там есть лепесток, который я пропустила. Он идет немножечко вот так. И вот сюда. Тоже розовый. Немножко вот к этим местам, сюда, сюда можно чуть-чуть снизить такой... как бы фокус, то есть чуть-чуть меньше внимания, чуть-чуть меньше детализации, там уже можно так сильно, вот здесь я, да, например, не выстраивала ни прожилки, ни смену вот этого краешка, то есть чуть-чуть можно... полегче, и у нас будет такое ощущение, как в фотоаппарате, да, то есть где-то навели фокус, а где-то его... так, немножечко как бы сбавили. Вот, с теми же оттеночками. Так, отсвечивается низ. Давайте я ее покручу. Там, наверное, просто мокро. Так, я сейчас вернусь к серединке, сделаем ее цирролиумом немножечко, вот здесь тень положим, а сам свет вот тут оставим таким беленьким, как и был. Вот. Получится такой шарик у нас здесь. Вы знаете, что гортензия, вот это место, вот, ну, то, что мы рисуем, то, что с лепестками, это на самом деле не цветок. У них цветочек, это вот здесь, а это чашелистик. Такой он гипертрофированный, поэтому он все время разного цвета. Чтобы она была фиолетовая, например, можно закапывать разные алюминиевые предметы.